Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале Рус FIFA PES. И как вы уже догадались по названию, сегодня у нас, да, уже третья часть карьеры за Супер Спартак. Уже была, значит, пробная серия, уже была предсезонка, и теперь уже у нас начинается полностью чемпионат. Сегодня у нас будут матчи против Урала. Значит, ЦСКА — это у нас главный матч, по сути, все игры. Вот уже первый матч начинается, да. И следующий матч у нас, третий, будет против, значит, Терек Грозный. Такого даже клуба, если не ошибаюсь, сейчас уже нет. Сейчас уже Ахмат вместо Терека. Если что, поправьте в комментариях. Так вот, значит, центральный матч у нас против ЦСКА. Поэтому это смотрим, а потом, значит, смотрим ЦСКА, потому что он очень крутой. Вот, поддерживайте карьеру, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но я пойду для вас стараться делать новые выпуски. В общем, смотрим. Да, кстати, хочется отметить, что я уже отыграл около половины сезона. И там уже у меня открывается трансферное окно. И поэтому я, естественно, жду ваших предложений по трансферам. Вот, теперь не буду задерживать. В общем, пойду еще что-нибудь запишу. А вы, в общем, смотрите прямо сейчас.
Ну вот такие, значит, у нас получились матчи чемпионата. Первые три, значит, игры. Значит, поражение от Урала, не очень сильной команды. Блистательная победа над ЦСКА и ничья с Тереком. Вот такой получился выпуск. Я думаю, классный, поэтому поддерживайте лайком, что, если хотите, чтобы продолжалась данная карьера. Подписки, колокольчики, лайки, от меня новые выпуски. В общем, всем пока.